Друзья, вот я уже спустилась с гор, как говорится. И сейчас буду заходить в парк Ореховая роща. Все, я пошла. Сейчас медленным отдыхающим шагом мы пройдемся. Я вот сколько езжу, впервые здесь. Ну, здесь просто парк для отдыха, по всей видимости, скамеечки. Очень приятно. Вот все деревца. Ухожен парк, чистенький. То есть посидеть, прийти, отдохнуть. Просто никуда не идти, не бежать. То, что сейчас я и делаю как раз. Друзья, мне даже самой не верится, что я побывала в таких горах и уже здесь внизу. Ой, белая гулечка. У меня нет ничего. Красота, погодка. Прелесть. Все очень хорошо. Друзья. Ну, так, парк все-таки, смотрю, большой, протяженность во все стороны. Хорошо, все вот сидят, отдыхают. Вот на данный момент сейчас 31. Тепла, солнце. Ой, я время даже не могу сказать. Не видно мне от солнышка, сколько времени. Часов 5, наверное, это точно. Может, 6 же. И не 6, наверное, часов 5, да. Около 5. Ну, неважно. У меня сегодня день выделен, чтобы вот ходить где-то в горы. Я сходила в парке. Я сейчас иду. Красота. Спокойно. Одну мне оставим, а вот этот, который у меня есть, для настойки. Там для детей площадочка есть. Играть. Ой, друзья, так хорошо. Вообще, ну просто вот спокойненько, спокойненько. Прекрасно. Вот. Сейчас выйду и я думаю, еще в морьке искупаюсь и потом только домой. Подруги, у которой живу, уже сказала, чтобы она меня рано не ждала. Почему-то фонтанчик не работает. Вот, смотри, как. Очень хорошо. Все. Вот, друзья. Пока. До новой встречки.